8 способов сбросить 1,5 килограмма за неделю. Пейте воду. Один из лучших способов похудеть и сбросить 1,5 килограмма за 7 дней – это сделать воду своим главным напитком. Вода поддерживает здоровый баланс жидкости в организме и ускоряет метаболизм. Утоляет жажду гораздо лучше других напитков. Следите за углеводами. Откажитесь от рафинированных углеводов, сделайте выбор в пользу хлеба и макарон из цельного зерна. Избегайте рафинированного сахара. Помните, здоровой альтернативой ему являются свежие фрукты и овощи. Именно они содержат те углеводы, которые нам и нужны. Сократите соль. Продукты с высоким содержанием этого элемента вызывают задержку воды в организме. Наряду с должной гидрацией очень важно снижать потребление соли. Также ищите ей замену среди приправ и специй. Для начала попробуйте перестать есть обработанную пищу и избавьтесь от привычки солить все блюда, которые вы едите. Контролируйте свои слабости. Когда вы пытаетесь похудеть, полное исключение из рациона тех или иных продуктов – верный путь к формированию здоровой привычки. Вы обожаете сладости? Ничего страшного, вам не придется полностью от них отказываться. Просто перестаньте есть пончики, шоколадные батончики или печенье. Любите соленую пищу? Исключите из употребления чипсы и картофель фри. Как только вы научитесь осуществлять контроль над своим желанием полакомиться любимыми вкусностями, то сможете потреблять их в умеренных и разумных количествах. Считайте калории. Вы хотите похудеть? Все, что нужно считать, количество потребляемых калорий, которые обеспечивают вас всеми необходимыми витаминами и питательными веществами, а не морить себя голодом. Сжигайте больше, чем потребляете. Один из самых очевидных советов, о чем, тем не менее, часто забывают. Вы желаете сбросить вес? Тогда вы должны расходовать больше энергии, чем потребляете. Оставайтесь физически активными. Посещайте тренажерный зал, выполняйте тренировки дома, выполняйте кардио. Регулярные кардиоупражнения являются одним из наиболее эффективных способов сбросить избыточный вес. Занимайтесь игровыми видами спорта, совершайте ежедневные пробежки, чаще плавайте. Силовые упражнения, такие как отжимания, приседания, скручивания, имеют также большое значение. И не пренебрегайте сном. Если будете должным образом отдыхать, то сможете легче придерживаться диеты и с большей энергией тренироваться. Спасибо большое за внимание, всем пока и хорошего времени суток!